Здравствуйте, мои дорогие девочки. ВК сейчас присоединяется первым. Ждем немножечко Инстаграм. Так, Инстаграм тоже смотрю. Кружочки мои любимые загораются. Здравствуйте, дорогие девочки и в ВК. Здравствуйте, мои дорогие в Инстаграм. Там еще немножко ждем, потому что не вижу, чтобы там мы сообщаем вашим. Вот так, все, там тоже девочки присоединяются. Здравствуйте, мои все дорогие, любимые. Леночка, вижу, Тарутина. Сердечки вижу. Ну вот, наверное, сегодня хочу вам показать те сумки, которые я взяла с выставки у Виктории, потому что очень много запросов именно по видео с выставки, где мы показывали Джанмарко, который рассказывал на русском языке, что он шьет сам, теперь уже не с моих слов, для Луи Виттона, для Шанель, для всех остальных. И очень много у вас запросов было, поэтому решила сделать, ну как бы не решила, с удовольствием сделаю вам полтора часа, но не всегда сейчас так получается. Сегодня уж в банке говорила, ненавижу документы, целый день готова с людьми разговаривать и сумки им предлагать, но, к сожалению, есть другие дела помимо этого. Вот, поэтому хочу показать то, что мне отдала Виктория. Сразу хочу немножечко вас, наверное, расстроить, что все те новые сумки, которые она показывала, это все были образцы, они ей были нужны. Соответственно, она сказала, что отдать не могу, потому что они в единственном экземпляре. И вот сейчас, чтобы просто вы не присылали запросы в пустоту, я вам хочу показать, что вы можете приобрести. То есть вы можете сейчас, да, вижу, вот и сердечки вышли, эти. Ну, во-первых, с чего начинаем, что показывала вам вот этот ремень. Вот они, пожалуйста, есть у нас в магазине. Вы можете их приобрести, тот, что я показывала вам на выставке. Они есть разной ширины. Сейчас покажу, давайте покажу сумки, если мы успеем. За мной вот стоят ремни. Может быть, потом немножко ближе поднесу штатив, потому что так как-то очень получается далеко. Не знаю, как уж лучше сделать. Давайте начнем с сумок. Вот эту красоту в таком ярком, просто апельсиновом цвете. Вот кушаю каждый вечер апельсины и показываю вам вот этот замечательный апельсинчик, который показывали мы еще с фабрики. То есть эта сумочка, вот три отделения у нее, как бы сшиты между собой три сумочки. Внутри у нее тоже также получается три отделения. То есть она максимально удобная. Говорю правду, Вика с такой сумкой теперь уже, вот я этот раз приехала, то есть все новое, она говорит, что она тестирует на себе. И не только поносит, но пробует, удобно, неудобно, красиво, некрасиво, как это все, скажем, в реальной жизни используется. То есть очень удобно в плане отделений, три отдельных отделения. Здесь есть кармашек для документов на молнии, для телефона. И сумочка комплектуется двумя ручками. Одна ручка цепочка, как нарядный вот такой вариант. То есть эту сумочку можно носить и на плече, и с легким летним легким сарафанчиком шелковым, пожалуйста, вот можно ее носить как, ну, не совсем вечерняя, но, допустим, нарядный женственный аксессуар на вот этой цепочке. Если вы помните, вот вы покупали сумки вот с такой вышивкой, что даже Виолетин Бутик пришел один из менеджеров бренда высокой моды, и ему очень понравилась идея вот этой вышивки. То есть здесь вот такая красивая вышивка, оранжевый цвет. Такого ремешка у меня точно нет, как оранжевого. Были они у кого-то, есть, когда мы заказывали оранжевые сумки. Я знаю, что вот у Ольги есть такой ремень, еще 6 штук их было. То есть у нас есть обладательницы таких оранжевых ремней. Это нужно Вике заказывать, шить-то не проблема. Когда придет, не знаю, ну, если такая потребность будет, если вам не один кому-то, а нескольким покупательницам, то можно будет шить эти оранжевые ремешки для вас в такой же коже. То есть будет вот такой чудесный комплект. То есть вот так сумочка надевается на плечо, вот так она одевается через тело, ручка удлиняется. Это у меня не максимальная длина ручки, ее можно еще удлинить. Ручка длинная, она вот здесь расстегивается, удлиняется. Ну и опять же, если кому-то нужны более длинные ручки, если кто-то высокий, статный, вот так это все сюда продвигается. Мне будет длина. У нас есть
друзья наши удлинители. Есть удлинители 14 сантиметров, есть удлинители 30 сантиметров. То есть по вашему желанию. У меня так вот так длина, сумка будет еще длиннее. Пожалуйста, нет, мне кажется, в моем магазине слово невозможно. Все для вас, любимых, у меня возможно. То есть вот такая сумочка в оранжевом цвете. Цена вопроса 16 200. Девочки, не очень хорошо мне видно. Вот. Сейчас покажу. 6 секунд. Плохо виден ценник. 4 телефона дают о себе знать. Глазам я имею в виду. 16 200. Вот это стоит оранжевая. Как раз таки вот отвечу на вопрос клиентки. Простите, я живой человек. В прошлый раз меня критиковали за чих в эфире. Ну уж, что сделаешь? Так, теперь вот такая красная из кожи напа. Тоже такой же принцип, такая же цепочка. Тоже длинный плечевой ремешок. У них у всех 3 отделения. Не буду повторяться, как сказала мне на выставке Вика. Но это же твоя любимая напа, вот я шила для тебя. Опять же, она вам объясняла, что это все стоки, что остаются стоки. Во-первых, они делают для бренда высокой моды принты тиснения на коже. Видимо, дают немножко с запасом. И потом есть такие кончерии, которые, то есть неиспользованную кожу сдают в эти кончерии, и там их можно купить. Вот, во-первых, это забота об экологии, чтобы это не выбрасывалось. Во-вторых, конечно, это стоковые цены. Можно купить вот такую кожу, сшить даже сумочки эконом-варианта, потому что сшить премиум вам нужно на сумке определенное количество. Когда машинка вышивает 6 сумок, вам нужно определенное количество кожи. Здесь вот что-то без вышивки, без всего, как сказала Виктория, что лимитированное количество, не цвет, а количество. Если и цвет лимитированный, то может быть малое количество, поэтому такая пословица есть: в кругу друзей не щелкай клювом. Так что вот вам, пожалуйста, вот эта красота из мягчайшей, невероятно мягкой напы. Скажу вам сейчас цену вопроса, этикеточка, 15 тысяч рублей стоит вот такая красивая сумка. Конечно, ремней из кожи напа у меня нет. Но у меня есть вот такие вот красивые красные ремешки из обычной кожи. То есть у вас будет вот такой шикарный комплект. Пряжки можно менять. Пряжку можно выбрать по вашему желанию. Она откручивается. Соответственно, ремень регулируется и длина. Вот здесь вот винтик. Вот этот винтик здесь откручивается. Кто-то тут постарался, не совсем не на ту сторону прикрутил. То есть пряжки вот здесь снимаются. Ремешок укорачивается отрезанием вот здесь, дырочка наново прокалывается и заворачивается. Пожалуйста, к этой сумочке вы можете приобрести красный ремень любой пряжки, но, соответственно, 4 сантиметра на 4. Опять же, вот эти ремни все очень длинные, потому что они рассчитаны на завязывание хвостика. То есть сейчас уж не буду этот снимать, могу и снять, мне не сложно. Ну, то есть на этот все насмотрелись, это 8 сантиметров. Дырочки есть. Есть он 6 сантиметров, есть и 4. Покажу вам попозже. И вот здесь уже хочу не красный ремень, а принцип вам показать, опять-таки, чтобы упредить все ваши вопросы. Раньше они были покороче. Сейчас ремни эти очень длинные. Объясняю, почему, могу сейчас померить, рулетка возле меня. Потому что была идея, тенденция несколько лет назад, что хвостик завязывался. Ну вот я, кстати, у меня есть несколько ремней. Вы видели, что я их ношу по-разному. Вот, то есть вот такой завязывается, может завязываться узелок и в широких ремнях, на пиджак, на пальто, соответственно, хвост длинный, поэтому ремни достаточно длинные, то есть можете и сами вот так носить на платье, на юбку, на, скажем, любую одежду, да, чтобы подчеркнуть талию, чтобы, если даже это широкая одежда, скажем, подчеркнуть фигуру. И я вам сейчас скажу, сколько будет длина ремня, чтобы упредить сразу все ваши вопросы. 1,15 м. То есть вот ремни не стандартные все. Делали как-то раньше длиннее. То есть длина ремешка получается 1,15 м. Соответственно, не 1,05 м, как были раньше, а 1,15 м.
Так, красную сумочку я вам показала. Ремешки, пряжки разные. Если останется время, немного вам покажу. Поднесу просто сюда штатив. Так, теперь про эти сумки. Вот рассказываю, какие есть. Вот опять сразу несу вам все сюда. И синие. А вот сумочка трехцветная. А бордо. Модный нонче коричневый и синий. Вот такая красавица, особенно когда вы ее надеваете как кроссбоди. Соответственно, торец у вас, скажем, человек смотрит на вас, и сумка это торцом. Вы видите, вот, пожалуйста, бордовый цвет. Вот такая красота у вас будет. Фурнитура никель, ремень бордовый, здесь еще и с люверсами. То есть у вас, пожалуйста, получится полный комплект. Длинный плечевой ремень уж не буду вынимать. Вот, смотрите, какая красота получится. Хотите узелок завязывайте, хотите обрежем вам. У меня вон все есть средства автоматизации, механизации для обрезки. Ну, любая мастерская вам это сделает. Здесь люверсы, они немножко поплотнее. Ну, допустим, тоже сейчас все люблю аккуратность, чтобы все было сделано. Вот иду. Вот, люверсы тоже. И вот вам получается вот такая красота. То есть и сумочка бордового цвета, и абсолютно такого же цвета ремень. Тут еще у нас остатки роскоши, но уже без подкладочных перчаток нет. Вот вам, пожалуйста, весь комплект. И ремень, и сумка, и бордовые перчатки. Перчатки остались на шерстяной подкладке. Но кому нужны, кто не успел купить в сезон, пожалуйста, у кого-то, может быть, холодные регионы. Коричневых ремней нет, темно-синие есть. Сейчас вот покажу как раз такие темно-синие. Вот здесь такая сумочка темно-синяя. И, соответственно, темно-синий ремень. То есть любые джинсы. Будет очень здорово смотреться, когда тем более вы стоите лицом к собеседнику. То есть у вас видна вот эта часть. И как раз таки у вас будет точно такой же. Марина и Криозони повернула точно такой же ремень. Пряжечка тоже, пожалуйста, разные пряжки. Любые, какие вам только нравятся, мы вам можем сюда надеть. Так, ставим этот, товарищ. Ставим этот. Опять же, вот стоит сумка металлик, кожа. Как сказала Вика, моя любимая, забронировала у нас ее одна клиентка. Она оказалась маловато, и правда, немножко маловато. Ну вот, что у нас тут. Вот такие чудеса. Вот она универсальная, подходящая ко всем цветам. Это мой любимый цвет, потому что здесь универсальность. Я уже, вы видите, по моей одежде и по всему, да, я действительно очень люблю сочетание белого и черного. Вот, и, соответственно, вот кто смотрит, вот шутки ради. Вчера вам выставила в Телеграм, разговаривала с клиенткой из Владивостока. Она говорит, открыла интернет. И это есть такие блогеры, которые снимают миланский или итальян стрит стайл. И она говорит, смотрю, вы идете. Я говорю, да не может быть. Она говорит, правда, правда, в вашем пальто, в вашей водолазке присылает мне скриншоты, когда я шла вот делать доброе дело. Хотела вас поразвлекать, сделать вам в Милане эфир из бутика. Делала вам Марина Чемилана. И снимала вам витрины. Как раз-таки стояла камера, люди. Я не обратила внимания, думала, что там какое-то событие. Оказывается, они снимали интересные всякие стили, одежды, скажем, луки, да, на прохожих. И оказалось, что я образец для подражания в своем пальто. Иду с телефоном, со своим синим, вам как раз-таки отправляю. И так меня и засняли, когда я шла в бутик для эфира. Так что вот, пожалуйста, кто меня критикует в шутку, думает, что я испугалась, вот вам, пожалуйста, икона миланского стрит-стайла. Вот, так что, как говорит иногда моя Лена, сними корону. Лене у нас нечего делать будет когда-нибудь, а она мне иногда говорит, сними корону. Ну, мы шутим друг с другом, так что вот вам, пожалуйста, прошу любить и жаловать для тех, кто меня критикует. Ну, шутки шутками. Вот представьте, как человек в Владивостоке увидел меня в Милане, а я живу в Москве, как когда-то мы познакомились с Викой. И вот она говорит, тесен мир, вот так бывает.
Так что только скриншоты прислала. Не знаю, есть ли это видео. Интересно было бы его посмотреть. Я понимаю, какой момент был, когда я шла именно по Виа де лас Пега, где вот я прошла Праду, потом Маскина, потом Ирмана Шервино. И как раз у меня это пальто Ирмана Шервино. И я шла мимо этого магазина. И так вот, как брюки там для эфира, пальто такое. Сумка задом наперед перевернута застежкой внутрь. Я же не собиралась сниматься. Но оказывается, такой расслабленный модный стиль. Пример для подражания. Вот. Веселюсь. Теперь смотрите, вот эта сумочка, опять же тройная, вот в этом металлике, и вот вам к ней чудесный комплект из точно такой же кожи, и даже вот пряжка, это не страз, это просто хорошо обработанный металл. Есть у меня еще тут один компаньон. Господи, боженька, всегда сегодня была тут в одном учреждении, говорю, боженька, дай мне, пожалуйста, ума еще на долгие годы людей радовать. Памяти, ума и всего остального. Вот. Поэтому иногда забываю. Вот вам показываю тут комплект еще и вот такой. Вот, смотрите, все отсюда. Так, девочки, стразы здесь у всех. Идет дорожка металлическая. Всегда она желтый металл. Другого не бывает, отродясь не было. Стразики белые, но крепления у них желтенькие. И вот вам весь комплект, пожалуйста. Вот так, и ремень вам, и сумочка вам, все для вас, все, есть, пожалуйста, будьте нарядные, все полностью готово к модному стильному луку. Сумка, ремень, еще и мой любимый браслет, мой, кстати, лежит в сумке. И почему я говорю забыла, потому что пришла, у меня лежит в сумке, переодевалась домой, ходила, снимала, мыла посуду, браслет снимала. А так вот вам, пожалуйста, и сумочка. И ремень, и браслет. Все есть. А, теперь Вика нам отдала тоже один образец. Вот как раз таки клиентка, почему и показала, спрашивала про розовую сумку. Есть эта розовая сумка? Можно отправить ее. Господи, откуда ты вынула? Отсюда откуда-то, наверное. Не помню. Ладно. Потом. И вот такой интересный вариант. Напа была на выставке, черная напа и лазерная замша. Я не знаю, какой здесь ремешок, цепочка тоже у нее есть, ремень из обычной черной кожи, цепочка должна быть где-то здесь, не вижу, не буду ее ковырять. Опять же, можно сделать здесь своя тонкая цепочка. Можно к этим сумочкам приспособить вот эти наши красивые широкие цепочки, которые вы любите. У вас у всех есть. Так, сейчас я уберу все внутрь. Эта сумка мягчайшая, нежнейшая. Она, конечно, претендует быть много бумажки. Ну вот, может быть, и как вечерний вариант. Может быть, вот с этой цепью. Более такой яркий. Только что сюда закрепили, что я, наверное, не сниму. Не надо расстегивать кисточки, же у нас еще красивые есть. Так, сейчас еще про это забыла. Рог изобилия в магазине. Так, сейчас покажу вот эту сумку и покажу вам кисточку. Ну, можно, в принципе, и с этой. Вот, если хотите, можно... Здесь цепочка своя тонкая, очень красивая. Но если хотите цепочку покрупнее, сумку повыразительнее, пожалуйста, вот, можем сделать вот так. И потом можно носить на все другие эти сумки. И вот опять-таки, чтобы не забыть, это синий, вот он черный сейчас вам. То есть сумочки все привязано, не забалуешь. Вот такая красота. Здесь можно расстегнуть, но кто же его будет расстегивать? Надо же толкать. Еще и место, где этикетка висит с той стороны. Все, никакой людей. Ладно, этикетка тут зацепилась за цепочку. Сейчас, подождите, я ее отсюда уберу.
даже закончить. Вот вам такая красота. Они просто длинные, я не привязала. Цепочку можете укоротить. Посмотрите, какая у вас будет красотка. Вот они кисточки. Кисточки стоят 3000 рублей. Их можно на любую черную сумку. Они, как вам объясняла Вика, двойные. То есть у них не мизграни. Видите, кожа со всех сторон. Вот такая время записи. Не удалила предыдущий эфир. Так, 15 минут осталось. Вряд ли хватит. Ютубе придется что-то удалить, тогда придется ждать. Посмотрим, может быть, хватит времени. Так, что еще хотела показать? Вот такую сумку двухцветную, которую показывали с выставки. Черную с серым, двухцветную. Опять же, есть точно такой серый ремень и черный. Тоже будет у вас весь комплект. Цену не называю, 15000 рублей. Так, эти сумочки, я думаю, что тоже где-то в такую цену. 14200 вот такая сумка стоит. Я думаю, что на по 15 эти будут где-то 14200. Не буду уже доставать, время закончится. Так, это от кисточки, от сумки. Не знаю, где ценник. Вот он, сейчас найдем, скажу вам цену вопроса. 15200 вот эта лазерная замша стоит. Будем потом цепочки искать. Есть. Вот ту сумку, которую спрашивала покупательница, розовую. Есть она, вот эта розовая сумочка. Тоже с выставки. Задавали мне вопрос, можно ли ее купить. Да, есть она. 16000 она стоит. И есть, во всяком случае, была такая же черная. Не знаю, куда положили. Тоже бронировала клиентка. Ей не подошел размер. Три отделения. Кармашек для документов. Кармашек сзади. Пожалуйста, вот такая красота. Есть розовая из наплака. Модный нынче наплак. Вот такую сумочку взяла маленькую, тоже с выставки. Это золото, платина. Вот опять же, вам, пожалуйста, браслет платина. Средний, такой же точно, как сумка. Раскрутился чуть-чуть. И, если не ошибаюсь, у нас были. Я не вижу почему-то, девочки. Может, уже были, может, уже и не были. Надо посмотреть. Были еще такие ремни из платины. Цена вопроса 11200. Ручка перетягивается, размер самый маленький. Так. Пытаюсь достать. Все, что... Так, показывала или нет, не помню. Сумка из наплака. Длинный плечевой ремень. 16900. Ручка вот такая. И есть ручка длинная, кроссбоди. Как объясняла Вика, сделали вариант из наплака ремни, у меня есть. Сейчас вам покажу. Вот, то есть вот сумочка из наплака. И плак вот вижу. Ну, во всяком случае, лакированный нашла. Вот, и есть вот, пожалуйста, лакированный ремень к ней. Вот эти ремни все идут со скидкой. Они все остатки от прошлых лет. У них ценник более дешевый. Так, это вам показали. Теперь дальше. Что нам досталось еще? Вот такие сумки с бамбуковыми ручками. Закрываются они вот таким образом. Мало здесь бумаги, мало вещей. Вот замочек. Открывается. Вот такое удобное открывание. Три отделения внутри. Вот есть третье отделение на молнии. Серединка. Есть карман для документов. Цена сумки, сейчас вам скажу, 22200. Закрывается вот таким образом. На поворотный замочек. Строчка вот эта, которую делают для бренда высокой моды. Есть длинный плечевой ремень у нее вот такой. И есть дополнительная бамбуковая ручка. Можно ее носить как украшение. Можно носить за эту ручку.
Если вам длины вот этого ремня мало, есть опять же удлинители, прям по 30 сантиметров, мы вам поможем эту ручку удлинить, и можно будет ее носить через тело. Мне она, в принципе, и через тело надевается. Она вот здесь еще удлиняется. То есть здесь еще вот перестегивается, удлиняется. То есть если ее удлинить, мне будет длины достаточно, то более высокий и, скажем, статный, пожалуйста, длинный ремешок мы вам удлиним. И еще карманчик сзади. Так, теперь она... Так, чем это отличается? Размером, формой. То есть вот одна более квадратная, вторая более круглая. Модный коричневый цвет, двухцветная. Посмотрите, как красиво смотрится вот эта строчка. Выстрочена вся эта сумочка вот этой машинкой Джанарко, которую он купил, и на которой учились, еще просила ее я. И учились все делать на этой машинке, кому-то достались образцы. Вот такая красивая нахлест застежка, карманчик, вот эта стежка, канты везде. Опять та же ручка и вот комбинация с модным нынче популярным бамбуком. Так, теперь вот про кисточки вам говорила и про цепочку. Вот я вам говорила, что я видела такую идею. То есть вот классическая сумка для документов. Удобная, на молнии. Есть серединка, третий отдел, карман для документов под формат А4. У нее сзади кармашек. Так, сейчас скажу, сколько стоит вторая, не сказала вам цену вопроса. Так, не вижу этикетки. Ага, вот нашла, один секунд. Все заталкивали. 21 800. Та, которая кругленькая, стоит 21 800. Ну вот, не вижу, были у нас рыжие ремни, еще нужно в закромах родины посмотреть. Сейчас не вижу, наверняка есть вот такого цвета ремни были. Здесь не вижу на стоечке. Коричневых не было, а коричневые мне сейчас Вика отправит. Вот что хотела сказать, что вот для этой сумки как раз таки очень хорошо можно ее апгрейдить вот этими кисточками. Вот она будет, или вот такая кисточка, или есть второй вариант, чтобы сделать ее повеселее. Вот как раз таки сумка сама с черным металлом. И вот вам, пожалуйста, хотите веселенький вариант, хотите вариант не веселенький. Ну вот видела это, не помню, то ли у Dolce & Gabbana, то ли у Gucci, то ли у кого-то, когда ездила вот в аутлет в Милане. То есть видела, что именно вот сумка обычная, простая, и делают вот такую цепочку, или кусок широкой, или вот такая длинная. Здесь у нее есть свой длинный плечевой ремень. Ну вот, пожалуйста, если вы хотите, у вас будет наискосок, надеваете, ручки опускаются, будет ремень такой, или же вот из простой обычной сумки, пожалуйста, есть вот эти кисточки, 3 стоят 1000, есть вот такая цепочка, она стоит 3 900, сумка будет смотреться веселее и интереснее. Сама эта сумка стоит, так, что-то я не вижу, не нашли, видимо, девочки, стояла она здесь, не нашли цену, я думаю, что она где-то 1000, наверное, 20 сама сумка стоит. Они прицепили ценник, он как раз где-то на столе лежал, видимо, не нашли, а сумка стояла за компьютером. Так, теперь, вот эта сумка, мне много вопросов о ней задавали, она к 1000, стоит она 30 тысяч рублей, вот этот красивый коричневый крокодил. Закрывается на молнию. Внутри все прекрасно сделано. Три отделения, большой карман для документов. Вот он, плечевой ремень, точно из такой же кожи, как и сумка. Сумка достаточно большая. Формат А4 сюда не то что поместится, он просто сюда влетит. Вот листочек, а вот сумка. Бамбуковые ручки. Сумка для деловой леди, но не скучная, не грустная. Карман тоже сзади. Цену я вам назвала 30 тысяч рублей. Самый актуальный цвет. Теснение под крока. Пожалуйста, кто ее хотел, спрашивал, вы можете ее приобрести. Так, теперь с бамбуковыми ручками досталась вот такая сумка. Была она у нас уже. Мы ее продали. Кому-то не хватило, кто спрашивал. 24 500. Тот же кармашек сзади.
те же три отделения. Если это позволяет место сделать, Вика сделает всегда. Вот он, третий карман разделителя на молнии, карман для документов. Тоже широкий длинный плечевой ремень. Сумка прекрасно на нем смотрится, потому что ручки вот так опускаются и делаются как украшение. Ремень, если не ошибаюсь, сейчас найду, где он тут есть, должен быть внутри широкий. Не буду тратить время, потому что у меня выключается телефон, не хватает места для этой сумки. Сейчас вот покажу на вот этом. И вот такая вот олива. То есть оливковый цвет, вот эта красивая стежка, логотип, бамбуковые ручки, кармашек сзади, точно так же внутри карман-разделитель, карман для документов, телефона, мелочей, три отделения. 16, не знаю, цену, нет цены, не знаю, почему не надели на них ценники. Сделали цены для всего, где-то она тоже будет, эта сумка, где-то в районе 24 тысяч рублей стоить. Длинный плечевой ремень одевается вот таким образом. Сумка все-таки большая, это не кроссбоди. Если вам нужно ее удлинить до того, чтобы носить ее через тело, пожалуйста, есть удлинители. И тоже вот смотрю, что многих цветов уже нет. Ремни олива были, не вижу здесь. Думаю, что они еще есть. Есть вероятность найти. Так, сейчас поставлю все на место. Так, что хотела вам показать и сказать, не могу оттуда, наверное, снять. Так, вот такая сумочка у меня есть. Говорю вам про скидки, вы тут же все покупаете. У нее ручка из ковалина, модная, но это все-таки не пони, поэтому предлагаю вам эту сумку со скидкой, прям с длинным плечевым ремнем из пони, вот как она есть во всем комплекте, за 12 500 рублей. У меня их просто было аж 12 штук, этих сумочек. Вот, поэтому много продано. Осталось 3 сумки. Поэтому, кому это, пожалуйста, интересно, вот как розовую, 8 тысяч, все разобрано. Вот такая красавица. Мешочек с молнией сзади. Ремешок. Ковалина, все того же цвета. Олива-олива. Ремень из ковалина. Хотите, носится вот таким образом. Хотите, на плече. К ней не вижу. Она вот здесь, цепочка еще надевается. Если вам нужно. Надеюсь, что немного еще поснимает. Так, это цена цепочки. Можно ее купить, кстати, отдельно. Сейчас тут что-то у меня, тороплюсь. Все поперекрутилось. Сейчас, девочки дорогие. Так, сейчас наденем по-человечески, чтобы не торопить, надеть аккуратно. Вот, и вот такая еще у этой сумочки цепочка, она стоит 3 рубля. Ремень длинный в комплект входит, без цепочки, 12 500 стоит вот такая сумка. Кому нужны подарки, себе, любимым, дочкам, внучкам, подружкам, племянницам. Вот, пожалуйста, скидка, практически на нее где-то 30-40%. Вот в таком вот цвете она. Это маленький мешочек. Так, еще же ремни хотела показать. Нам переезжать. Ага, показала еще вам такую сумку. Поэтому очень не хочется за собой. Так, вот такая тоже красавица. Цепочка отдельно. Красный мешочек. Тоже, пожалуйста, его за 12 500 могу вам предложить. Вот кто хотел красный, есть ремень, есть сумочка. Будет весь комплект. Тут вот только ремень.
стоит практически 5000, а тут вот 12500 стоит вся сумка. И будет у вас вот такой шикарный комплект из ремня, сумки, еще и варежек. Все будет у вас вот, вот такие, будете красавишны. Это вот так. Это вот так. И это вот так. То есть вот будет весь красивый вот такой яркий комплект. Хотите себе поднять настроение, вот будет такая у вас красота. Так, это тоже предлагаю вам со скидкой. Теперь есть еще черный мешочек. Черный будет чуток. Компьютер. Повалилось. Вот говорю, места мало, поэтому освобождаем место. Вот есть синий. Кисточка здесь отдельно. Кисточку можно купить к любой другой сумке. Стоит она 3000 рублей. Она вот с металлической цепочкой. Вот такая красота у сумки. Есть длинный плечевой ремень свой синий. Вот тут написано 17500 вместе с ремнем. Ну, наверное, где-то за 15000. Такую сумку вместе с ремнем, весь комплект могу вам предложить. Не знаю, где он тут, этот ремень лежит. Тоже не буду искать. То есть он точно такой же. Синий ремень. Вот есть короткий и есть длинный. Эта сумка размером побольше. Если вот эта малышка, то вот она, видна разница. Осталась только в синем цвете. Ну и, соответственно, к ней тоже есть ремни. Поверхности. Я уже скоро баскетболистом стану. Вот у нас стоять. Давайте я сниму ее. Компьютер у нас внизу. Вот. Чтобы не разбили компьютер. И вот такой маленький мешочек черный. У него есть тоже свой длинный плечевой ремень такого же цвета. Есть контрастные из пони, из питона, какой хотите. Здесь вот лежит из пони ремень. Если будет черный ремень свой родной или из пони, будет сумка стоить тоже 15000 рублей вместе со всеми ремешками. Если вот такой ремешок будет, она будет тут чуточку дороже, потому что сам ремень из пони стоит немножко дороже. Вот такая красота будет. Ну и, соответственно, черных ремней есть у меня большое количество. Вот, то есть с этим добром у нас проблем нет. Хорошо, спасибо. Так, что еще нам досталось? Вот, я же не показала же вам вот эту красоту. Вот отдали нам вот такую одну сумочку. Можете ее приобрести. Я не вижу, где такая же маленькая косметичка. Вижу только белую. Была бежевая. Ну что же это такое? Господи. Это хочешь, чтобы тоже вам показаться. Вот эта красота. Пожалуйста, 5500. Вот была малышка такая, не знаю, где лежит, нужно у девочек спросить. Вот она есть беленькая, вот такая косметичка. Есть вот такая сумочка кроссбоди, уже с вот этими кружевами. Длинный плечевой ремешок. Сейчас вот сниму, это все сюда поставлю. Вот. И получается... Вот таким образом. Сюда крепится длинный ремень. В принципе, что хотела вам показать, все успела. Сумок немного. Тех, что нам достались. Может быть, что-то и забыла. Но мне кажется, что в основном все показала, что с выставки принесло. Что-то уже, наверное, продано. Не все вижу. Вот такая вот красивая вот сумочка кроссбоди.
Цена вопроса 10 800. Вот 10 800 вот эти кружева, которые принтует Жан-Марко на своих чудо-машинках для нас и для брендов высокой моды. Так, там я вроде все показала. Пока не помню по поводу вот этих сумок, мне кажется, я их показывала. Вот вы их спрашивали в прошлом году. Вот у них длинная, короткая ручка, это подлиннее. А это вот такой же кросс-бодик. Вот она более длинная, вот как раз наступают уже теплые дни, у нас шикарная погода, солнышко светит, ручейки бегут, 17 300, длинный плечевой ремень, сумка кроссбоди, то есть надевается через тело, и вот такая побольше, кармашек сзади, вот эта стежка галочкой, показывали мы их на фабрике в прошлом году, и вот плоская классная сумочка кроссбоди. 17 300, 18 300. И вот они есть в синем цвете и в черном цвете. Не помню уже просто, что показывали, что нет. Есть черная вот с золотом такая же, длинный плечевой ремешок, золотая фурнитура. И вот очень красивая черная с Канафучили. Сейчас, Николай, все закрываю. Последнюю показываю. Вот есть золото, а вот есть черное с черным. Очень удобные, потому что сумки плоские, мягкие, кармашек сзади не торчат. Если даже есть лишние 17-300 килограммчики, то она очень плоско, хорошо ложится на бедро. Вот, если не ошибаюсь, такая же синяя. Вот как показывала вам на мешок, вот ко всему джинсовому, пожалуйста, вот такая же есть сумочка синяя. Тоже вот такая красота. Ну и синий ремень. Ну вот, все, что запланировала, показывала вам. Завтра все аккуратно составим. Вот, вот что хотела показать, наверное. Сейчас поднесу сюда. Вот, чтобы было вам видно. Тут ручку. Ну и вот вам показываю сразу. Вы можете потом посмотреть, кружочками отметить. Вот уберу ремешок. Вот те ремни, что есть. Есть еще вот такой зеленый ремень. Есть вот такие ремни, не показала вам, с цепочкой. Наполовинку очень хорошо смотрятся. Завязываются наполовину с цепочкой. И вот опять же черные, есть 3 сантиметра, они там далеко. И вот про эти ремни, про которые мы показывали с Викторией, в дырочке. 6 сантиметров не вижу, никто не следит за наличием. Вот он есть 6 сантиметров с разными пряжками. И есть такие же ремни 4 сантиметра. Сейчас нет, есть. И вот он для джинсов, 4 сантиметра, пряжку можно выбрать. Плотный, этот очень плотный, потому что для джинсов, чтобы он держал джинсы, вот он весь перфорированный, вот такой будет красивый, 4 сантиметра. Те, что мы показывали на выставке, пряжки разные. Вот я вижу, что вы видите, и внизу вот еще стоят ремни 3 сантиметра и косметички. Если кого-то что-то заинтересует, чтобы всем не фотографировать, вот вас внимательно вам все показываю, можете посмотреть. Специально камеру задержала, чтобы все было видно. И можете тогда кружочками обводить, запросы отправлять. Все, спасибо, мои дорогие, что были со мной, что ждали меня. Встретимся в субботу. Я думаю, что в субботу покажу вам сумки Гибли из питона. Ждем. Да, Лена вот пишет, у меня ремень с цепочкой, украсит любой наряд. То есть вот такой сейчас. Правда, очень красивый ремень. Жаль, что не показала. Вот он вот таким образом застегивается. Николай уже нас выгонят. Вот, так что доброжелательно, спокойно. Вот, не знаю, кто тут что спрашивает. Пишите в WhatsApp, отсюда не смогу вам ответить. Всего хорошего, до свидания, до субботы. Кто там что спрашивает? Сердечко, сумку черную. А, сердечко еще не приехало.
если вы спрашиваете из бутика.